Встреча на съемочной площадке с актером Аристархом Лилановым началась с того, что он категорически отказался говорить о своей новой роли. Прихоть, суеверие, каприз большого актера – все три предположения вызывали лишь профессионально скрываемое раздражение Аристарха Евгеньевича. Пришлось обратиться к общему положению дел в кино. Да, мы почему-то не верим сами себе и во главу угла не ставим те самые проблемы, которыми живет народ наш. Понимаете, не все бегают по улицам, стреляют друг в друга и режут друг другу глотки. Понимаете? А почему-то кажется, что именно это всем интересно. Интересно то, о чем душа болеет. А не слышать этого, не понимать. И, конечно же, тот заказывает музыку, у кого денежки. И продюсеры почему-то считают, что экшен – это то, что нужно сейчас народу. Это легче кушается, воспринимается. Это интереснее как будто бы снимать именно об этом. Гарантированно можно разместить эти средства, да, в кинематографе, они вернутся, потому что купят тот, другой, третий канал обязательно. А под это дело пустят хорошую или плохую рекламу, мы будем все пережидать, мучиться, плеваться. Вот. А то, о чем душа болит, остается, так сказать, невысказанным и не становится предметом рассмотрения творческого. Что обидно? Нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Скажите, вас соблазняет предложениями сниматься в рекламе? Вы знаете, я имел этот опыт, но мне очень везло. Практически все рекламы, в которых я снимался, не выходили, не появлялись на экране. Почему-то какой-то сбой происходил. Или у меня, я такой, ну что, человек, который сглазил ситуацию, причем не раз это получалось, не раз, раз в 8-9, вот я снимаюсь, и это не появляется. Кто-то чего-то с продюсером, какие-то средства, какие-то конфликты возникают. От меня это, конечно, не исходит. Вот. Просто мне в этом смысле везло. Но я к этому отношусь. Это не позор. Это нормальная работа, если к этому относиться как к творческому нормальному процессу. И когда фильмов не было, когда была пауза, была тишина, появлялись ребята, которых реклама спасала, это же профессиональные, так сказать, вот то, что напоминает о том, что такое камера, что такое, как сказать, съемочная площадка, что такое творческий момент. И вот на этом продержались некоторые, и сейчас они востребованы кинематограф. Труден первый шаг и скучен первый путь. Преодолел я ранние невзгоды. Ремесло поставил я под ножем искусству. Я сделался ремесленник. Если завтра вы станете самым главным начальником и на кино, и на телевидении, вы диктатор, что вы предпримете в этой ситуации? Я никогда им не стану и никогда не стремился. И вообще меня всегда удивляет. Думаю, вот люди, выборы, перевыборы, вот это куда-то в Думу. Вот мне бы, как говорится, взяли бы и сказали, вот завтра ты будешь депутатом. Я сказал, нет, не надо, это не мое, чужое. Надо делать свое дело. А, конечно, какие-то пожелания я могу высказать, но зачем? Я буду как делать... Вы же видите, что творится? Да, понятно. Вкладывать деньги чисто как проект. Да, правильно. А я буду думать и не спать ночами, потому что мне надо решить, каким будет мой герой в следующей картине. Мне это интересно, я это умею делать. А менять судьбы кинематографа пусть занимаются и меняют направление, вектор и так далее. Те, кто думает, что от них это зависит, все равно от них это не зависит.
нередко просидев в безмолвной келье 2-3 дня, позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы вдохновения, я жег мой труд. И холодно смотрел, как мысль моя и звуки мной рожденные, пылая с легким дымом, исчезали. Мордюкова говорила, мы инструменты, мы актеры, инструменты в руках режиссера. В чьих руках вам интересно было? Ну, это не совсем так. Я всегда сопротивлялся этому. И есть такое понятие, к которому по-разному относятся. Приветствуется это, и, а некоторыми не приветствуется. Это называется саморежиссура. Я считаю, что хороший артист должен выглядеть даже в среднем или даже в плохом фильме, прилично выглядеть и отвечает за роль, которую он играет. Несмотря на то, что бездарный режиссер может обузы висеть на его руках, ногах, плечах и, так сказать, пытаться помешать всячески. Такое бывает и очень часто. Вот, поэтому я не хочу быть пластилином или в руках недоровитого человека. Нет, я всегда сопротивляюсь. И очень важно, что когда сопротивляешься и талантливому человеку тоже, то результат бывает больше. Это как резонанс в физике. Одна волна, вторая волна. А когда они сталкиваются, то результат бывает более высоким, чем ты на это рассчитывал. Сильным, напряженным постоянством я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Слава мне улыбнулась. Я в сердцах людей нашел созвучие своим созданием. Я счастлив был, я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой, также трудами, успехами друзей, товарищей моих в искусстве. Вы в родном городе? Да, я его покинул 25 лет назад, в 77 году. Я 25 лет живу в Москве, и могу сказать с гордостью, я не потерялся в этом, да, мегаполисе. Мне было страшновато. Но, в общем, бойцовские качества, которые я, так сказать, проверил на ростовчанах и в двух ростовских и в одном таганрогском театре, они мне пригодились в Москве. Я стал непобедим. Я говорю, если я у Татьяны Васильевны Дорониной работал и остался жив, то мне теперь ничего не страшно. Так что вот, действительно, это большое дело и хороший опыт. Но я всегда был силен любовью и памятью о той любви, которая была мне здесь подарен.